Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme Narrow Zone 53. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность». И здесь мы выбираем Face Control и отпечаток пальца. Далее выбираем способ разблокировки экрана. И устанавливаем пароль. Вводим его один раз и второй раз для подтверждения. Нажимаем «Готово». И выбираем отпечатки пальцев. Нажимаем «Еще, еще». Либо просто пролистываем вниз, нажимаем «Принять». И теперь мы можем начать прикладывать палец к сканеру, который находится вот здесь вот. То есть кнопочка питания. И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.